Здравствуйте, друзья. В двух словах про эту ситуацию. Дело в том, что у меня, ну, достаточно уже давно, по-моему, 3 или 4 месяца назад появились новые взыскатели, посыпались новые угрозы мне от компании CZ Invest. Суть вообще этого эксперимента в том, что я, оказывается, должен теперь Ростелекому 1700 рублей. При том, при всем, что у меня никогда дома не было никакого Ростелекома, собственно говоря, провайдер у меня другой. Единственное, что я допускаю, когда я приобретал квартиру, здесь стоял Ростелеком, и, может быть, из-за этого, но когда мы провайдера меняли, естественно, его отключили. Что там они себе возомнили, я не знаю. И вот тут, вот я заметил, да, специалистами не называются. Ну, то есть, не голословно должно это заявление звучать. Раз ты специалист, значит, у тебя все получается. И работу свою ты делать умеешь. И говоришь ты не по шаблону. И нужные нотки находишь. И, как говорится, знаешь, за что зацепить человека. Ну, а если это не так, то кто тебе дал право называться специалистом? Нет, друзья, вы тут перебарщиваете. Вы дилетанты. И сейчас сами это докажете в очередной раз всем слушателям нашего канала. Поехали. Алло. Здравствуйте, меня зовут Ахрамиев Елена Николаевна, являюсь специалистом административного взыскания компании CZ Invest. Разговор записывается. Дмитрий Евгеньевич Кузнецов, это вы? Это я, но вы не специалист. Могу на это, могу поставить пол своей жизни, что вы никакой не специалист. У вас ничего не получится. Специалистов обычно все получается. У вас ни хрена не получится. По 230-му федеральному закону можете сделать проверку. Мы находимся в реестре, в списке. Я не про вашу шарагу. Я конкретно про тебя, что ты не специалист. Тебя значит, обманули. Дмитрий Евгеньевич, мы на личности не переходили. Ну как же? Ну. Нет, мы с вами не переходили. Давай, докажи мне, если ты специалист. Да какая разница? Запись, значит, Дмитрий Евгеньевич, в таком режиме. А ты говоришь, невозможно, конечно же, общаться. Специалист все может, а дилетант ни хрена не может. Вот ты говори, я дилетант, 37 рублей 93 копейки вам требуется погасить. За инвест. Страшные ужасные бармалеи. Дмитрий Евгеньевич, ничего абсолютно смешного. Да как же ничего, если я смеюсь? На самом деле. Срок кредитных историй, информация. Какой уж, пожалуйста. Если сумма долго числится, вы сами подумайте, вам ни один банк теперь не одобрит кредит. Да нахрен они нужны мне кредиты, я зарабатываю по 500 000 в месяц. Решайте сами, Дмитрий Евгеньевич. Специалист. Какой же ты специалист после этого? Скажи, пожалуйста, а? Ничего не можешь. Ничего. Специалист. Да что слушать тебя? Вот что толку тебя слушать? Время свое тратить на тебя. Я пока ты базаришь, я заработаю за это время 10 тысяч рублей. А 26 октября 2015 года у вас сформировалось... Специалист только тем же языком. Нарушение обязательств было по договору. Ростелеком по 309 и 310 статье Гражданского кодекса. Так и говори, я олух административного взыскания. Шараги с CZ Invest. Вами не было написано заявление в Ростелеком, как требовали условия договора, поэтому сформировалась сумма долга. Дмитрий Евгеньевич, вы хотя бы раз выслушали и сделали вывод. Да нахрена мне это нужно? Иначе процесс взыскания будет так и продолжаться, поймите. И расходы по взысканию будут перерасчитаны. И сумма, знаешь, какие заработки? Сумма будет увеличена, имейте в виду. Вот благодаря, и ты тоже будешь на YouTube. Поэтому сумму долга, погашайте. Ага. Я расцениваю это как злостное погашение, злостное уклонение от погашения. Да. Свирепое уклонение. Отказ от оплаты. Специалисты, принят. Всего доброго, до свидания. На помойке вас там находят. Да, вот такая вот история. Друзья, не буду ничего комментировать для новых подписчиков нашего канала. Значит, информацию расскажу. Мы организация, которая занимается помощью людям, попавшим в трудную финансовую ситуацию. Называемся мы «Общество с ограниченной ответственностью АЛЯМ».
Этот канал не единственное наше детище. Также у нас имеется огромный штат специалистов, высококлассных юристов, которые готовы помочь вам с вашими проблемами. С банками, с микрофинансовыми организациями, с онлайн-займами. Где бы вы ни находились, на любой территории Российской Федерации, мы можем вам помочь. Если вы хотите узнать, как мы это делаем, то есть понять алгоритм работы кредитных юристов компании «Алиан», я перенаправлю вас на наш сайт. Ссылочка на сайт в описании этого либо любого другого ролика есть. Также кликабельная подсказочка сейчас выходит в правом верхнем углу видеотрансляции. Вот она. Посмотрите, пожалуйста, это очень важное видео на нашем сайте. Именно вот в этом ролике, видеоролике, четко, конкретно развернута вся суть нашей работы. Что мы для вас делаем, сколько это стоит, сколько времени займет в той либо иной сложившейся ситуации. Пожалуйста, посмотрите это видео, после этого оставляйте заявочку в форме на сайте. Введите только корректную, конечно же, информацию. Запишите номер телефона, который указан на сайте в правом верхнем углу. Именно с этих цифр вам будут звонить. Забейте для себя эти цифры в записную книжку ваших телефонных аппаратов, чтобы не пропустить звонок специалиста компании нашей. Позвоним мы в рабочее время по московскому часовому поясу 5 дней в неделю, кроме субботы и воскресенья. Если вам не позвонили сразу же, не расстраивайтесь. Мы не холодильники продаем. У нас колл-центр как таковой существует из строго квалифицированных юристов, поэтому он не такой большой, но обязательно позвоним. Главное, не пропустите звоночка. Вот. Ну, еще хотелось бы порекомендовать вам плейлист, который есть на нашем канале «Обращения, мои обращения», где я отвечаю на конкретные вопросы людей, которые вы задаете в комментариях, в личке, мне на почту пишете. Пожалуйста, ссылочка на плейлист, кликабельная подсказочка, вот сейчас выходит в правом верхнем углу видеотрансляции. Вот она. Пожалуйста, посмотрите. Ну и, конечно же, если вам что-то было непонятно, оставьте заявочку у нас на сайте. Мы с вами свяжемся, позвоним. Это касается тех, кто хочет встать под юридическую защиту, раз и навсегда закрыть все свои вопросы с кредитами, с долгами. И я подчеркну сейчас, строго законными методами. Для этого еще раз повторяю, пройдите на наш сайт и посмотрите видео на сайте. Для вашего же опять удобства в правом верхнем углу выходит кликабельная подсказка. Посмотрите видео на сайте. Вот эта подсказка. После чего оставляйте заявку. Для постоянных слушателей, конечно, лайк, если ролик понравился, дизлайк, если он вам не понравился. Я очень жду комментариев. Комментарии всегда интересны. Интересно читать. Конечно же, подписывайтесь на наш канал, если вы этого не сделали. И, само собой, ссылочка на группу ВКонтакте. ВКонтакте все ролики с YouTube-канала дублируются. Также там много дополнительной интересной информации в группе ВКонтакте есть. Вступайте в группу. И еще отдельная просьба – репост в соцсетях. Репост в соцсетях – это, ну, сами понимаете, чем больше людей знает правду, а именно правду рассказывает наш канал в такой вот интересной, веселой, поучительной форме, тем, скажем, всем нам будет легче житься. Ну и на этом я прощаюсь с вами. С вами был Кузнецов Дмитрий, Центр юридической защиты, компания «Алиан». Всего вам доброго, друзья. До свидания.